так люблю волшебный лес, что и сказать нельзя. Здесь только сказочных чудес и все мои друзья. Люблю я лес мой от души, его я берегу. Историй много, малыши, я рассказать могу. В волшебном лесу уже третий день подряд лил дождь. Деревья хлопали зелеными листочками-ладошками, радуясь сверкающим капелькам, которые звонко бились о землю. И только Буньке было не до веселья. Ведь уже третий день она сидела дома, грустно глядя на ручейки, которые бурлили возле крылечка. Бунька тяжело вздохнула. «Когда же этот дождь закончится? Мне так хочется гулять. Сидеть все время дома скучно». И тут же Бунька увидела, как через стену дождя к ее домику бежит Бу, держа в руках какой-то сверток. «Бунька, открывай скорее, а то я совсем промокну!» — закричал сестренке домовенок, и она побежала к двери. Бу забежал в дом, и вокруг него сразу же натекла лужица дождевой воды. «Ох, какой же там дождь чудесный!» — восторженно сказал домовенок. Бунька поморщила носик. «Что же в нем такого чудесного? Третий день из дома не выйти». «Бунечка, но ведь лесу без дождя никак», — объяснил домовенок. «А мне скучно, скучно», — закапризничала Бунька. «Я хочу гулять, хочу приключений». «Бунька, но ведь нам для этого вовсе не обязательно выходить из дома», — подмигнул сестре домовенок. «Как это не надо выходить из дома?» — растерялась Бунька. Домовенок положил прямо перед ней плотно завернутый сверток и широко улыбнулся. «Ведь у нас есть волшебная карта и волшебная подзорная труба. Разве ты забыла, Бунька? Ведь мы теперь юные географы». Настроение у Буньки сразу же стало прекрасным, и она радостно стала разворачивать сверток, уже и не думая про дождливый день, который казался ей таким серым и скучным. «Конечно, Бу, ведь мы обещали помогать великому географу. Какой ты молодец, что принес карты и трубу!» «Здесь не только это. Магический кристалл дал нам новую загадку», — отозвался домовенок. «Только в этом путешествии нам придется справляться без него. Магический кристалл помогает другим юным географам». «Ой, Бу, а как же мы справимся без него? Неужели нам никто не будет помогать и подсказывать?» — засомневалась Бунька. Брат поспешил ее успокоить. «Магический кристалл обещал, что кто-нибудь нам поможет. Только он не сказал, кто. Это будет сюрприз». «Как интересно! Тогда давай скорее читать загадку», — попросила Бунька. «Страна растянулась на две части света. Найдите ее, не тяните с ответом. Придется потом постараться немножко. Поможете вместе собраться матрешкам». Это я, матрешка». Неожиданно появилась перед домовенком и Бунькой крохотная красивая куколка. «Мы, матрешки, должны быть всегда вместе. Нас было 7 сестричек, но мы все потерялись. Помогите мне, пожалуйста, отыскать своих сестер». «Конечно, мы поможем», — пообещал Бу. «Осталось только сказать волшебные слова». «Мы вновь в волшебный путь летим, матрешкам мы помочь хотим. Удачи, милые друзья! Пути желаю, счастья я». И только магический кристалл произнес эти слова, как Бунька, Бу и матрешка очутились перед старенькой избушкой. «Где это мы?» — испуганно спросила матрешка и спряталась за домовенка. «Не знаю, но почему-то этот домик мне кажется очень странным», — неуверенно ответила Бунька. «Конечно, странный. Ведь это избушка на курьих ножках. А значит, здесь живет Баба-Яга». Дверь домика распахнулась, и появилась старушка. «А вот и я, Баба-Яга. Что-то вы испуганными выглядите.
Весело посмотрела она на юных путешественников. А ведь я ваш провожатый. Так вот о каком сюрпризе говорил магический кристалл. Догадался домовенок, а баба-яга продолжала. И у меня даже есть кое-кто, кого вы ищете. И она достала вторую матрешку. Ура! Моя первая сестренка нашлась! Обрадовалась матрешка. А где же нам искать остальных? И в какую мы страну попали? Что ж вы сразу не спросили? Вы находитесь в России. А почему в загадке говорится, что эта страна сразу на две части света? Россия – самая большая страна в мире. И лежит она в двух частях света. В Европе и Азии. Как же мы отыщем матрешек, если Россия такая большая страна? Не бойтесь, мы будем лететь на моей ступе, а из нее все-все видно. Садитесь скорее и отправляемся в путь. Мы в путь по России отправимся вместе. Здесь все удивительно, все интересно. Березки сияют корой белоснежной, и можно увидеть зимою подснежник. Есть горы и степи, леса и озера, и все облететь не получится скоро. Летим к самой длинной в России реке. Смотрите, виднеется там, вдалеке. В холодных краях ее воды текли, и местом у снега ее нарекли. Сейчас ее Обью зовут все вокруг. Здесь, может, матрешка нам встретится вдруг? Здравствуй, Обь. Меня зовут домовенок Бу. Мы с Бунькой и Бабой Ягой ищем по России сестер-матрешек. Не поможешь нам? Отчего ж не помочь? Одна из матрешек у меня. Ответила Обь. И волны реки вынесли на берег перед путешественниками матрешку. Сестры крепко обнялись, а Бунька поблагодарила Обь. Спасибо тебе, река Обь. А не знаешь, где нам дальше искать надо? Там, где я теку, больше матрешек не встречала. Но я слышала, что в России есть один остров. Там много растений и разных животных. И размерами с ним в России ни один не сравнится. Поищите там. Баба-яга, а что же это за остров такой чудесный? И где нам его искать? Не беспокойтесь, садитесь в ступу. Я знаю, что это за место. И сейчас мы туда долетим в мгновение ока. Про этот остров мне известно. На самом деле он чудесный. Такой в России лишь один. Его название – Сахалин. Медведей можно встретить тут. Морские котики живут. Здесь бродит северный олень. Не перечислить всех за день. Уже я этот остров вижу. Давайте спустимся пониже. Мы, Сахалин, к тебе летим. Матрешку мы найти хотим. Здравствуйте, здравствуйте. Я самый большой остров России. На мне много зверей разных да полезных. И матрешка для вас найдется. Смотри, Бу, у нас уже целых 4 матрешечки собралось. Обрадовалась Бунька. Осталось еще 3 отыскать. Сахалин, ты не знаешь, где могут быть матрешки? А спросите у Байкала, может, ему известно. Баба-яга, а что такое Байкал? Давайте я расскажу вам о нем по дороге, пока мы будем лететь. Предложила Баба-яга, и когда ступа вновь поднялась в воздух, продолжила свой рассказ. Смотрите, вот озеро видно под нами. Все плещет, шумит и ракочет волнами. Его не забудут те, кто увидал. Знакомьтесь скорее, пред вами Байкал. Нет озера глубже, нет чище воды. Недаром мы нашим Байкалом горды. Байкал уважаемый, нет тебя чище. Матрешек сестер по России мы ищем. Мы помощи просим, великий Байкал. Быть может, матрешек ты где-то встречал? Готов я помочь, отвечаю тотчас. Одна из матрешек найдется для вас.
4 матрешки уже отыскалось. Еще 3 сестричек найти нам осталось. Хотите матрешку найти поскорей? Ищите ее у подруги моей. Ее называют все Леной рекой. И сложно ее запугать мерзлотой. Лежит ее русло в земле ледяной. Спасибо, вперед за матрешкой 6. Мы смело летим через дождь облака. Я вижу, вот Лена река. Мы ищем матрешку. Поможешь ли нам? Конечно, матрешку вам с радостью дам. 6 дружных сестричек собрались у нас. Куда за 7 полетим мы сейчас? Быть может, совет мой вам пригодится. 7 матрешку ищите в столице. Баба-Яга, а какая у России столица? Спросила Бунька. Главный город России, ее столица – Москва. Тогда нам надо лететь туда. Решил домовенок. И ступа Бабы-Яги помчала путешественников в Москву. Как красиво! Оглядывалась Бунька по сторонам. Баба-Яга, это и есть Москва? Да, мы прилетели в Москву. Да не просто в Москву, а в самый-самый ее центр – Московский Кремль. Кремль? А что такое Кремль? Я не знаю такого слова. Удивился домовенок Бу. Баба-Яга стала объяснять. Кремль – это крепость. А назвали эту крепость Кремлем от старинного слова «кремлевый», которое означает «прочный». Ага, значит, мы к прочной крепости. Догадалась Бунька. Да, а стоим мы на Красной площади. И вовсе она не красная. Почему же ее так назвали? Заметил домовенок. Красная – это не цвет площади. В старину красным называли что-нибудь красивое. Ведь в сказках говорят «красная девица». А это значит, что она красивая. Как интересно! А я тогда... Красна Бунечка. Захлопала в ладоши Бунька. А что еще есть в Кремле? Здесь есть колокол, в который не звонят. И пушка, из которой не стреляют. Надо же! Наверное, они среди колоколов и пушек главные, как цари. Предположил домовенок. Баба-Яга улыбнулась. Выдумщик ты, Бу. Конечно, они не главные, но очень древние. И их действительно так и называют. Царь-пушка и царь-колокол. Их сделали несколько веков назад русские мастера. А теперь и царь-колокол, и царь-пушка стоят в Московском Кремле. И все-все могут прийти и посмотреть на них. А вот какие часы интересные на башне. Ой, время! Нам ведь скоро домой возвращаться, а 7 матрешку мы так и не нашли. Время вы смотрите на знаменитых часах-курантах, а башня называется Спасской. Давайте у нее и спросим о 7 матрешке. Здравствуй, Спасская башня! Я домовенок Бу. Мы с моей сестричкой Бунькой и бабой Ягой ищем 7 сестричек-матрешек. По всей России мы летали и собрали 6 матрешек. Последнюю найти не можем. Не подскажешь нам, где она? Не только подскажу, но и покажу. Ведь у меня матрешка своих сестричек ждет. Ура! Вот мы и нашли всех матрешек. Обрадовались Бунька и домовенок. Спасибо вам, друзья. Поблагодарили сестрички-матрешки. За помощь вашу на прощание споем мы вам песню. На всей планете не найти такой страны большой. Кристалл магический лети, и нас бери с собой. Трубу подзорную возьмем, на карту поглядим. Ведь про Россию мы все-все царею знать хотим. Здесь реки и горы, раздолье просторы. Вперед по России летим мы скорей. Друзей новых встретим и сразу заметим, что вместе нам стало дружить веселей. От Сахалина до Москвы, Лена и Байкал,
небесным домовым несет кристалл. Друзьям поможем мы всегда, и новое узнай, и возвращаться вновь сюда. Друзьям пообещай, здесь реки и горы растут.